У жителей города есть возможность назначить цену за продаваемый гараж. Управление муниципального имущества проводит торги по продаже недвижимости. Аукцион – это оптимальное соотношение цены и качества. Подробности в следующем сюжете. Цена гаража включает в себя саму постройку плюс земельный участок, причем земля продается по фиксированной стоимости. Сделка по земле проходит одновременно. Цена у земли по данным последних торгов является фиксированной. Цена сформировалась на основании оценки рыночной стоимости, как в принципе и стоимость объекта, она тоже формируется на отчете о рыночной стоимости объекта. В представлении многих аукцион – это когда продавец поднимает цену, а покупатель голосует за нее. Но сегодня в управлении муниципального имущества проводятся торги наоборот. Гараж можно купить, играя на понижение первоначальной цены. Здесь есть такая возможность выкупа по минимальной стоимости, то есть по цене отсечения. На аукцион выставляется гараж, первоначальная стоимость, шаг понижения 10% от первоначальной стоимости, шаг отсечения 50% от первоначальной стоимости. Соответственно, здесь можно выкупить имущество по минимальной стоимости, по цене отсечения 50% от первоначальной стоимости. Но в то же время, если покупателей устроит первоначальная цена, то аукцион будет проводиться на повышение ставки. 311 500 рублей – раз. 311 500 рублей – два. 311 500 рублей – три. Продано. Способ продажи публичным предложением востребован потенциальными покупателями. Из 10 объектов, которые значились на начало года в плане приватизации, продано 5. Ближайший аукцион состоится в сентябре. Сегодня в программе приватизации муниципального имущества значится 5 объектов. В основном это гаражи. 3 из них можно приобрести здесь, в гаражном комплексе номер 2, недалеко от парка культуры и отдыха. Еще 2 объекта можно купить в гаражном комплексе за зданием полиции. Эрнест Бавшин, Сергей Шалафан, новости Муравленко.